Ограничение подачи воды в городе – временная и вынужденная мера. Идет плановая замена ветхих участков теплотрассы. 650 метров старых стальных труб меняют на пенополиуретановые. Срок эксплуатации их до 15 лет, и специалисты называют материал энергоэффективным. Трубы не требуют дополнительной теплоизоляции. Согласно правилам потребления и эксплуатации тепловых энергоустановок, котельные остановлены с 12 по 27 число. С 28 мая подача горячего водоснабжения будет восстановлена на все объекты города-курорта Анапы. Работа проводится ежегодная, обязательная опрессовка и промывка тепловых сетей. От этого никуда не деться. Ежегодно мы это проводим, и не только мы, а проводим все управляющие компании, ТСЖ и частные дома. Благодаря решению администрации города специалистам предприятия «Теплоэнерго» дано разрешение на разрытие и прокладку труб в городе при условии сжатых сроков работы. До 28 мая все работы завершат, и вода в полном объеме поступит в дома и квартиры анапчан. Работы плановые и ведутся в Анапе на старых участках теплотрасс, требующих замены. И это первый шаг в подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов.